Hey everybody, it's Bill here again, and we're going to do a 1420 reaction video. Haven't done one of them in a while. I'm back in Kyiv. I apologize if you hear any like car horns or anything blowing, because I'm in a hotel room on the fourth floor that doesn't have air conditioning, and it's about 95 degrees outside, so the window's open. So yeah, we're going through a little heat wave here. So let's do a 1420 reaction video. The question they're asking is, why do they keep attacking Moscow? All right, so let's see what these people have to say. This is Moscow International Business Center, and we're going to ask Russians why it's happening. Good. Вот вопрос у нас про то, что там дрон атаковали соседнее здание. Как думаете, почему? Слушайте, комментарий не могу дать, потому что на тему политики не даю. Можно мои статьи почитать, вы как раз прямо в цель попали. Я политолог. So he doesn't comment on them, but he writes political articles about it. Really? That's kind of the same thing, isn't it? И вы не даете комментарий про политику? Сейчас не даю. Люди, конечно, удивятся в комментариях. Могу так сказать, это была провокация. Yeah, let's see, what did he say? I don't comment on politics, you should rather read my articles on this topic, I wrote about it. What? It doesn't even make sense! That's why Daniel's laughing. И вы не даете комментарий по политике. He's a political student, if you don't comment on it. Конечно, удивятся в комментариях. Могу так сказать, это была провокация. Провокация? Чтобы поселить беспокойство в сердца русского народа. Nah. Но паниковать не надо. No reason to worry. Видите, какая обстановка напряженная. Ага. Просто это же очевидная вещь, то, что по нам бомбят, и мы бомбим, как бы. Ага. No, it's the other way around. We got bombed, or they got bombed, and now you're getting bombed. So, it started in Ukraine first, and now it's coming to Russia. Что же там не слабо ребята все делают? Я не знаю. Слава богу, не в нашу башню. Я отключил все новости, не знаю, что произошло. Вижу, что-то чинят. Ну хорошо, хоть будет в будущем. Не будут там в ваш дом попадать или еще что-то? Да, нет, конечно. А что нужно сделать-то, чтобы вот они тут же перестали стрелять по Москве? Не могу сказать. Понятия не имею. Я вот занимаюсь бизнесом, строю бизнес. Ну будем надеяться, что не попадут там. Не... Вас самое главное, чтобы не попали. А будем... то тяжело будет интервью потом брать. So let's hope for the best. Let's hope. Мое личное мнение, то, что нужно идти в упор и атаковать. Ну, хоть там и люди, но раз... Guess what? You're already attacking them. You're already attacking them. Have you been paying attention? Even though there are people out there, but once we start it, we need to finish it right. Мы это начали, нужно правильно это закончить, вот так вот. Атаковать? То есть докуда дойти? Прям до... Дойти... Да, до запада Украины. И вся Украина. So the west of Ukraine, meaning Poland, right? So now you want to go attack Poland too? Let's just get this all done, so everyone in Ukraine can get back to normal. Let's just end it. Наш. Я не хочу, чтобы Украина была наша. Я хочу вообще мирного неба, ну, в целом. Мне не нужно, чтобы там Украина была наша, либо мы Украины. Поэтому вот так, просто чтобы не было такого, то, что на нас нападают и мы на кого-то нападаем, чтобы, ну, в мире был мир, так сказать. Ну, а они говорят, что им не нужен такой мир, украинцы, российский якобы мир, представляете? Ну, по крайней мере, в комментариях у нас там пишут, что нам такой мир не нужен. So... Didn't that guy just say that he thought that Russia should go to the West? Like cross the western border, and then he's saying all he wants is peace in the world? What? I don't get these Russians, man. I just don't. There's something in the water in Russia. There's got to be something in the water in Russia. Вы можете сказать им? Слушайте, сложно что-то ответить, потому что много информации, и неизвестно, где она правильная, а где нет. Потому что в интернете пишут одно, а по телевидению говорят другое. И кому верить в это время, сложно сказать. Mm-hmm. Нужно просто, ну, наверное, беречь близких и себя. Вот и все. Кстати говоря, иностранцы, когда вот, ну, они слышат ответ, похожий на ваш, они пишут нам в комментариях то, что почему вы до сих пор не на фронте? Что бы вы ответили? Почему я не на фронте?
Ну, я бы ответил так, то, что, во-первых, я не годен по состоянию здоровья, может, это не веская причина. Во-вторых, я бы ответил так, то, что не я это начинал, ну, на мою личную землю никто не нападал, на Россию. Сейчас же вот уже. Но это сейчас, а до этого... Ну, вы пока что не готовы пойти. Нет, я не готов. Понял. Точно. А вот как делать так, чтобы не прилетало больше? Не по вашему дому, не по этому? Это все геополитика, мы далеко от нее. Мы там не предсказуем и ничего не можем решить. Ага. Ну, то есть, вы знаете, нас иностранцы смотрят, и они говорят, то, что россиянам нужно это в гимн добавить. Exactly. Exactly. That's what you need to do. You need to add "We can do nothing" to your national anthem. See? He knows. Не решаем. Типа, мы ничего не решаем. Думаете, как это можно остановить-то, чтобы не летало? Потому что ведь по вашему дому может прилететь, по моему. Да надо победить быстрее, да и все. Натовцев разбить нахрен быстрее. Вот и все будет. И тогда все закончится. Более решительно. Once again, please move more forcefully toward Berlin. That will be the end of it. Exactly. That will be the end of it. Натовцы, они, по-моему, по всем параметрам российскую армию превосходят. То есть, нет, вообще не превосходят. Нет, там просто не Америка по, плюс по Германия. Ни по параметрам не превосходят. Ни в живой силе, ни в тактике, ни в технике, тем более. Леопарды, Брэдли, все это не выдерживает. Население даже в два раза больше, чем у нас. 2.5 почти. Причем тут? А зато состав НАТО сколько человек? Самое большое натовцы – это турецкая армия. Clueless. Самое большое. Все остальные значительно меньше по численности. Clueless. По вот если на одну страну НАТО напасть, то они все нападут в 5-й протокол, там, по-моему, так называется. Но это так написано, что они нападут. Если бы они хотели напасть, они бы уже давно напали. Даже Америка говорит о том, что мы категорически не будем участвовать напрямую против России. NATO is scared of Russia and their machinery. Ну, потому что Америка боится, они понимают, что они не победят. Набраться сил и идти в наступление, условно говоря, до Берлина. Повторить подвиг наших дедов. Хотя мобилизовать придется много. И отлично, и правильно, надо мобилизовать все мужское население. Меня отправят. You're an ex-military guy. You don't look that old. Why aren't you in there doing something? Right? Ivan, 60, ex-military officer. Why isn't he signed up? He's all raring to go into Berlin. Let's go into Berlin. Come on there, Ivan. You're only 60. You look pretty healthy. Get things rolling there, man. Oh, they'll send me too then. Oh, my God. Oh, well, can't have that. Я в армии служил. Я бы с удовольствием пошел, но меня не возьмут. Yeah, he'd love to go. Я офицер запас. Как я не пойду? Я в армии, я на флоте служил. Я считаю, что мужчина, который в армии и на флоте не служил, это не может освободить, да, от фашизма, от бандеровцев всех. Там, но я очень много общаюсь с украинской стороной, и со Львовом, и с Одессой, и с Киевом. Even in общаюсь Kiev. С людьми. Really in Kiev? Hey, anybody out there waiting for Russia to come liberate you? I don't hear anybody. I don't hear anybody. Jesus, these people are. И многие люди ждут, когда же вы наконец придете в наши города. Говорит, нам вот этот киевский режим уже Зеленского уже надоел. That guy there has got to be the most delusional guy I've ever seen on any of these videos. Out of all the people and all the videos, these reaction videos I've done to these, that is the most delusional guy I've ever seen. The most delusional person. But don't you think it can hit your home next time? Are you not afraid? That's afraid. Yeah, I'm afraid. And what do we need that's to do? That's dangerous. Just leave. Just leave the country? Yeah. But can we do something to prevent it from happening? For example? I mean, we have 140 million Russians, right? They probably can do something about it. Maybe. Or not. Очень провокационный вопрос, извините. Да, так, чтобы не попадали. Ни по вашему дому, ни по этим. Слушайте, ребят, у меня есть масса идей, как ответить на этот вопрос, но я не буду. Спасибо. А почему нет? Потому что это провокационный вопрос. Ну, вот как думаете, что можно сделать-то, чтобы этого не было, чтобы не атаковали дроны города российские?
Ну, я думаю, время покажет. Как говорится, время лечит. Не, ну а люди-то могут что-то делать? 140 миллионов у нас. Надо выйти и говорить. Ну, будущее в наших руках полностью. А, понял. Вау. Как думаете, мирно-то можно там договориться, чтобы они перестали уже атаковать? Мирное решение найти. Есть одна фраза. В погоне за миром война никогда не закончится. Поэтому я считаю, что... This kid actually is anti-war. В данный момент нужно просто объединяться и все. Вот смотрите, вот вы личность, да? Вы как-то можете повлиять на ход каких-либо событий в нашей стране, да? Ага. Если вы такой инициативный, хотите, чтобы было спокойно вашему дому, дому вашей мамы, папы, да? Что можно сделать? Можно пойти в политическую карьеру и пробиваться. Что-то менять, если что-то не нравится. Вот меня все устраивает. Вот лично я, как человек сейчас вот 23-летний, не могу на это повлиять. Все, что я могу сделать, это воспитывать себя, выбирать людей, на которых я ориентируюсь. На кого ориентируетесь? Владимир Владимирович. Ставлю лайк Владимиру Владимировичу. О, окей, он любит Путина. What about negotiating? Well, it's difficult to hold negotiations when you have weak position. You need to have a stronger position to get better. Do we have a weak position right now? Unfortunately, yes. Oh, I think we need to advance to their capital closer to penetrate their front. Mm-hmm. Only after that. So we need to take over the whole Ukraine. Maybe not the whole Ukraine, but to have strategic initiative. So there is no peaceful ending of this war. There is peaceful ending, but we need to have stronger stance, stronger positions. Okay. Foreigners watch our videos and they will write in the comments, why are you not in the front line yet? Yeah. You exactly. Future soldier. I'm really going to go there. Oh, yeah. I have already conscripted. When are you going to go there? In a week. In a week? Really? Oh, okay, guys. Oh, well, good luck to you. Можем что-то сделать такого, чтобы они уже не летали здесь? Ну вот люди здесь, много людей, как-то что-то... Я думаю, нужно увеличивать расходы на оборону, и надо усиливать противовоздушную оборону очень серьезно, потому что сегодня это происходит от этого, завтра это будет от любой ракеты, послезавтра. Or maybe not have all your tax dollars go to the pockets of the military elite and Vladimir Putin, huh? Maybe that might do it. See, here's what happened. This is what I think happened, actually. You know, Putin, his number one thing is loyalty. That's his number one thing. So he'll put people in charge who know absolutely nothing about anything that their job is supposed to be about. He's like Donald Trump, or Donald Trump's like him. As long as they're loyal and they don't try to pull anything on him behind his back, he'll put them in power. It's like Shoigu. He's the head general. He runs the whole military. The guy's never, ever been in the military, ever. But he's loyal to Putin, see? And one of the ways for Putin to keep their loyalty is to allow them to basically rob, you know, the military. That's why Russia's military is crap. Because for the last, what, two decades or whatever, or maybe longer than that, the money's just been being siphoned out. The money that's supposed to go into the military has been being siphoned out to keep these guys loyal. Вот ракеты, наверное, уже скоро могут летать, наверное, здесь уже. Ну, вообще, в мире глобальной нестабильности, тогда, когда мы сейчас входим с вами в изменения глобальные, геополитические риски растут, и, конечно, могут и самолеты, и шаттлы, и космические корабли, и нужно готовиться ко всем рискам одновременно. А кто эту нестабильность-то вносит в эту геополитику? Я думаю, что ряд объективных тенденций, заключающихся в том, что Россия выступает неким буфером между падающим по своему потенциалу Западом и растущим глобальным Югом и Востоком. И здесь, конечно, вот перераспределение количества населения, перераспределение
глобально финансов, перераспределение ресурсов планеты влияет на то, что глобальные игроки сталкиваются. All right, well, there you go, another 1420 video. I'll put the link to the channel in the description. Go check it out. It's an awesome channel. And please like and subscribe. I'm going to start doing more of these reaction videos again. That seems to be what people want to watch. So, anyway, thanks for watching the video, and I'll see you in the next one. Bill, signing off from Kyiv.